витископ. Мы можем сегодня кого-то оскорблять в эфире, а завтра говорить, мы не знали. Я думаю, что все-таки наших клубов как бы нежелательны там, потому что по каждой игре нужно принимать какие-то решения. Вот запретили, да, в Днепропетровске играть в Донецке, в Луганске. Сейчас Днепр прошел дальше, да, для УЕФА головная боль. Ну, не в Лиге чемпионов, вообще в Еврокубках, да, будет продолжать. Головная боль, они просятся играть в Днепропетровске. Мы знаем теплые взаимоотношения хозяева клуба и вице-президента УЕФА. Будет оно не влиять, не будет оно влиять. Да, можно пойти навстречу, а завтра опять будет драка в Днепропетровске. Похожая, как была с Копенгагеном, только более жесткая. Кого будут обвинять? То есть вот она как бы палка в двух концах. Также и по Заре, назначив пенальти, это можно, расценивать как ошибки арбитра с определенным, потому что, ну, пенальти были достаточно, ну, достаточно спорные. Я игру не смотрел, но с кем разговаривал, что были достаточно спорные пенальти. А может, просто вратарь попросил, чтобы себя показать. Что, говорит, назначили парочку, я потяну и буду в этом самом. Это тоже как бы есть вариант. Я думаю, что при первой возможности нам показывают на дверь. Но Заря показала, что приложив сверхусилия, мы можем там быть. То, что и Днепр должен был приложить сверхусилия и пройти дальше. С его потенциалом и вообще затратами, которые идут на футбол. Или просто сказать, извините, мы переходим на затраты Копенгагена, и будет у нас, мы тогда будем играть в следующем этапе. А может, Днепр просчитал, что со следующего этапа, попадя на команду, скажем, топ-дивизион, они не пройдут и уже не попадут в Лигу Европы. Может, лучше в Лиге Европы сегодня. Кто его знает? То есть это вещи как бы, ну, все интуитивные и наше мнение, не больше. Я думаю, що нас не дуже хочуть бачити в Європі, але не настільки, щоб нас просто виганяли. Ось взимку нас відтерли, прибрали, тоді була особлива ситуація. А зараз нам ставлять такі умови, в яких потрібно робити більше, аніж іншим. Але ніхто, якщо ми пройдемо, ніхто нас звідти не викине. Тому що є приклад, врешті-решт, якщо дивитися на ситуацію в Україні, то є ж Ізраїль, який постійно воює. Нічого ж. Інколи їхні клуби кудись потрапляли. Це враховуючи, що далеко не суперчемпіонати, ніяких там суперзірок немає. І грали і за кордоном, і нічого. Тобто будемо ми добре грати, то будемо проходити далі. Принаймні, наші сильні клуби, які мають хорошу підбірку футболістів. А те, що скептично нас будуть сприймати, то це проблема всієї держави і всього нашого футболу, і жоден один клуб цього не вирішить. Вітіскоп. Спортивне відео.